Всем привет, ребята! Сегодня мы играем в выживание от дождя 1. Тут идет сегодня дождь, я выживаю, что-то делаю, что-то сижу, смотрю, когда пройдет дождь. И я должен продержаться холода, чтобы мой телефон не намочило. Я быстренько иду на качалочку. Что? Сейчас, ребята, быстренько на качалочку. Ча-ча-ча. Хопа, 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 хопа. Всем привет, ребята. Ой. Хопа. Фух, фух, фух. Так, ребята. Ой. Окей. Ой. Так. Так. Моя кошка, как всегда, Катя. Кстати, да. Её зовут Катя. Моя кошечка. Тут мы выживаем с Катей от дождя. Вы знаете сами, кошечке не нравится дождь. Но ей всё равно. Ей просто всё равно. Ей всё равно, да, дождь. Жена много лет его переживала под этим столом, потом на качалке еще его переживала. Короче, она долго переживает, долгое время от дождя. Кстати, дождь будет не всегда. Я буду снимать это видео очень редко, потому что летом видео не будет идти еще раз дождь. Так что, ребята, извините. Я смогу только сегодня это видео снимать. Ну, и где-то уже зимой буду его снимать, потому что, вы понимаете, лето это не для дождя погода. Так. Лето это не для дождя. Лето это не для дождя. Так что так, ребят. Ребята, я намочился, все. Видите? Я намочился. Кстати, ребята. Быстренько. Так. Перенесусь. Ча-ча-ча! Блин, ребята. А, блин, куда бежать? Не вижу. Куда бежу? На крыльцо туда надо чуть-чуть. Блин. Да чем ближе, надо уже быстрее. Куда ты хотел бежать? Ребята. А, нет. Ребята. А, ребята. Я еще намокну. Ребят. Блин. Что это? Что это за дурня такая? Еще намокну же. Блин. Так, я каскадёр. Я горный козёл. Я умею лазить. Я же когда-то работал на работе горный козёл. На работе работал горный козёл называлось. Я работаю, так что я такое умею. Не волнуйтесь, я такое умею. Я ж горный козёл. И вот это мой горный козелист. Да? Так, привет, мой горный козелист. Мы обратно прибежали. И ну, давай визевать. Горный козёл с горным козелистом. Выживает от дождя. Горный козёл и горный козелист выживает от дождя один. Козёл и горный козелист обратно же выживают. Вот горный козелист, видите, я же говорю, он не боится ничего. Он не боится дождя этого. Ему наплевать просто так. Так, я не в курсе, что у меня 20%, но ничего.
Не хватит, так не хватит. Не хватит, так я просто возьму. Короче, скажу всем пока и... Блин, ну-ка, кстати. Как круто, круто. Так, всё. Да, горный козелист. Блин, шлёпанец отлепился. Так, надо снимать. Так, тихо, горный козёл приступает к работе сейчас. Горный козёл, да блин, наверное, не приступает или приступает. А ну-ка, ещё надо проверить. О, всё нормально. Так, кстати, Стойте, надо проверить. Блин, еще идет все дождь. Так, ну ничего, ребята, у меня есть еще 6 минут. 6 минут, чтобы снять видео. Ну ничего, думаю, хватит, потому что мне тут, блин, выживать. Полный пипец, блин. Горный козелист идет. Да, блин. Ребята, надо выживать! Надо выживать! Я не выживаю! Ни хрена! Ай, блин! Надо выживать! Так, я сижу под листьями, ребят! Ай, ты тут лись! Я батя лучник, прибежала. Не, блин, козелист мой корни. Фух, где он? Отлично. Горний козёл, блин, надо быстренько сняться. Так, всё, мы сидим на этой штуке. Так, что? Пока. Горний козелист! Не стой, горний козелист! Иди ко мне сюда. Сюда, горний козелист. Опа. Горний козелист. Так. Кстати, горного козелиста в некоторых сериях не будет, потому что я его не всегда нахожу. Так что не всегда он будет. Кстати, это у нас будет... Это выживание у нас будет бесконечное. Это выживание у нас будет выпускаться бесконечно. Потому что мы же его, как понимаете, не часто будем выпускать. Дождь не каждый день идет. Так что... О, смотри, дерево. Кстати, сейчас я покажу. О, шатается. Горный козелист. Кстати, скоро уже мы бахнемся. Ну, не бахнемся, но это... закончится время снимка. Съемка. Так... Так, ну мы будем выживать. Мы прожили первую дождевую волну. Первая волна прожита. Ну, как бы, чтобы выиграть, надо ждать 3 волны. Но у нас, надеюсь, их не будет. Зачем надеяться, что их не будет, если они должны быть. Ну, так. Ну да, ребята. Ещё мы уже, пока нема дождя, что-то поделаем. Так, это пипикнул мой телефон, уже мало процентов. Ну ничего, выдержим. Так, ребят. Так. Все окей, пока дождя нема.
Ого, зато... Ай! Ау, сильный ветер. Так. Ну, ребят, это видео уже подходит к концу. Если дождя сейчас не начнется, то я буду его уже заканчивать. Ну, сейчас еще чуть-чуть подождем. Дождь начнется или не начнется, интересно. Здесь чуть-чуть, вот смотрите, на горного козелиста. Видите? Горный козелист. Ой, мини-дождик. Ну ничего, прячься под укрытие. Так, обратно мы должны перебежать. Так, последние минуты мы, наверное, спрячемся вот там вот тут. Потому что что-то мне сразу захотелось. Тут спрятаться последние минуты. Так, ничего, ничего. Так, все. Ну, ребят. Это видео подошло к концу. Дыша еще началось. Он начался маленький, обратно закончился. Так что это видео подходит к концу. И всем пока. Катя? Катя? Мякни. Да, Катя, ну, давай. Ну же, ну же. Че, Катя пока не скажет пока. Катя! Катя, пока скажи. Пока скажи. Котько, пока, пока. Пока скажи. Пока скажи. Катя, пока. Скажи мяу. Пока. Мяу, мяу, мяу.